что? Я купил себе новый планшет, и у меня еще осталось $1000! Круто! Но у меня тоже есть $1000! И что? Каждый раз, когда ты угадаешь игру в Roblox, я буду давать тебе $100! Вау! А что мне здесь, я не угадаю? Да-да, ты будешь терять свои $100! Блин! Ну что ж, ты согласен играть? Можешь не играть? Ну, я узнаю первую игру, поэтому я согласен. Серьезно? Окей. Ну как эта игра называется? Among Us. Точно? Да. Ладно, ты выиграл $100. И проходим дальше. Окей, Мирон, что это за игра? А, это очень легко, это Майнкрафт. Ладно, держи еще $100. Что-то пока что очень легкие игры, но со временем будет становиться все сложнее и сложнее. А что это за игра, Мирон? Вообще не знаем. Роблокс. Окей, держи еще $100. У тебя уже плюс $300. Что это за игра, Мирон? Что, я даже снимал на эту игру видео. А, точно, я помню твое видео, это Fortnite. Fortnite, Мирон? Да. Окей. Красавчик. А мы проходим дальше. Что? Давай $100. Блин, ты заметил? Держи еще $100. Что это за игра? А, это GTA. Блин, тебе там подсказывают. Смотри, она тебе подсказывает. Мы, давай развернемся, чтобы мы ее не видели. Что это за игра? Блин, я не знаю, что это не за знаешь? Игра. Знаешь? Реально? Да. Вообще? Может, чел сейчас поможет мне? Нет, ты не можешь посмотреть. Вообще, развернись. А, хорошо. Что это за игра? Как я запомнил? Мирон, давай попробуем. У тебя всего лишь одна попытка. Ты уверен, что это? Да. Точно? Да. Неправильно! Минус $100, Мирон. Кстати, самое важное правило. Если у тебя закончатся деньги, видео заканчивается, ты проигрываешь и остаешься вообще без денег. Так что постарайся. Окей, Мирон, эта игра называлась Rocket Lego. Ты вообще не знал? Нет, я не знал. Следующая игра, подсказка, она нереально старая. Я даже думаю, что ты ее не знаешь. Я помню, я в 5 лет играл в эту игру, она называется Pac-Man. Серьезно? Да, у меня была приставка с этой игрой. Верен? Да, ура! Еще $100. А это что? Этого даже я не знаю, что такое. Блин, я не знаю эту игру. Знаешь, что это мобильная игра. Я в такие игры не играю, она какая-то слишком типа... А, Тетрис. Это Тетрис? Да. О, зачем ты сказал? Блин, я сказал. Ладно, если это оно, то окей. Проверка. Это вообще легчайшее, еще $100. Как она называется? Супер Марио. Супер? Точно? Да. Не просто Марио? Ладно, давай просто Марио. Окей, Марио. Да нет, ты не рассказал! Неважно, правильно ли я впишу, понял? Или ты скажешь Супер Марио или Марио, главное угадать игру. Окей, что это за игра? Супер Марио. Серьезно? Да. Что за бред? Нет, Мирон, отдавай $100. Я, а что это такое? Давай узнаем. Это, Мирон, Марио. Как? А это что? Это какая-то вообще фигня, я говори не любое слово, ты можешь просто наугад. У тебя есть одна попытка. Форест. Форест, а что это вообще значит? Мимо! Ещё, ну лес типа. Лес? Да. Ну ладно, у тебя был шанс. На самом деле, Мирон, эта игра называется Animal Crossing. Ну блин! Что ж, проходим дальше. А, это FIFA! Просто надпись FIFA. Блин, а ты что издеваешься? Вообще, я у тебя забираю $100 и сразу же возвращаю, даже не проверяя, я знаю, что будет правильно. Проходишь дальше. Да! А это Киберпанк, тут тоже написано! Блин, ну что это тупик? Киберпанк! Пока что нереально легко. Окей, Киберпанк, проходишь! А где мои $100, в смысле? Держи, Мирон, еще $100. А это Покемон Го! Блин, это ты все знаешь! Но этого ты никак не можешь знать! Блин! Что это такое? Ну как ты это можешь знать? Просто какая-то штука на всю стенку. Вроде бы... Я в нее играл на приставке, но не помню, как она называется. Ты можешь что угодно сказать. Ладно, я говорю слово adventure. Еще $100. Ребята, вы тоже обязательно пишите название игр в комментариях, чтобы узнать, сколько знали вы и смогли бы вы заработать больше, чем сам Мирон. Окей, погнали дальше. А это ж такое красивое, блин. Это Геншин. Я играл в Геншин, но, блин, я не думал, что это такая заставка. Там, по-моему, какая-то другая была. Ну ладно. Ты не прошел! Я ж так и сказал, что это не то. Я был уверен, что это игра. Окей, Мирон, отдавай $100. Эта игра называется Legend of Zelda. Это Соник. Да, Соник. А ты, кстати, Legend of Zelda знал? Нет, не знал. Окей, Мирон, я даже не проверяю, держи $100. А это же такое. Блин, я не знаю. А, вспомнил, это, наверное, Рейд. Такого вообще нету. Мирон, на $100 упало. Давай ко мне. Еще $100. На самом деле, игра называется Rayman. Очень близок. О, это игра, я ее точно знаю, но не забыл, как называется. Я тоже не знаю вроде. Серьезно? Да. Как называется? Я не помню. Хорошо, тогда у тебя денежки заканчиваются. Monkey Jump вроде. Да? Да, Monkey Jump. Еще минус $100. Мирон, ты пока что в минус 100. Блин, а!
прикольно. Окей, мне нравится эта игра. На самом деле игра называется ДК. Я просто не знаю, за какой лёг это. О, это ты точно знаешь. Окей, и вы прошли полностью, да? И получается, что долларов я из-за каким-то образом просто чудесным. Получилось, что у тебя так и осталось $1000. Да. И у меня так и осталось $1000. Короче, мы должны продолжить. Окей, Мирон, я нашел следующую главу, которая называется «Знаменитости». Блин, я реально там вообще ничего не могу угадать. Ну, сейчас посмотрим, Мирон. Первый, как у меня, очень легкая. Да, я знаю, это Билли Айлиш. Окей, сработало. Держи $100. Ты пока что в плюсе. Это Это легко. Дональд Трамп. Дональд Трамп. Есть, еще $100. Еще $100. Блин, ты очень быстро начал зарабатывать. Это Эд Ширан. Не сработало, Мирон. Ты уверен, что это Эд Ширан? Давай проверим в интернете. Окей, ребята, мы проверили в интернете и узнали, что Мирон был прав. Просто написать нужно было Эд Ширан. Ты все-таки выигрываешь $100. Держи, Мирон. Джастин Бибер. Все знаешь, держи $100. Эй, Мирон, проходим дальше. Это кто? Это Ариана Гранде. Да ты вообще всех знаешь? Да. Ты проходишь дальше, но забываешь забрать $100. А, блин, точно. Мирон, ты не плохо. Я тебе в следующий раз говорю, не напомню. Это президент Америки Джо Байден. Джо, пропусти меня, Джо. А как? Джо, смотри, Джо, я сработала. Ну, я не думал, что сработает, я по приколу писал. А это кто, Мирон? Ты опять забыл мне сдать $100. Ну, я забыл. Ты просто забыл сказать. То есть ты виноват, Мирон. Держи. Кто это? Это очень популярный актер, Мирон, ты как ты можешь не знать? Очень популярный. Двен, по-моему, да? А, да. Я сработала $100 обратно. Блин! И, Мирон, я уверен, что это сработает. Смотри, Рок, это его псевдоним. Пошли! Изи каточка. Окей, это кто? Это Роналду. Роналду? Да. Красавчик, это вообще изи. Здесь надо, знаешь, такой божий эффект добавить. Да. Еще $100, это кто? $100. Президенты были почти это все. Это Барак Обама. Работала. Да. Работала. Что за фигня? У меня уже деньги заканчиваются. Держи еще $100. Ну что, Мирон, ты знаешь, кто знаменитый? Блин, я не знаю. Вообще. Я тоже не знаю, Мирон. Как мы пройдем? Окей, Мирон, так как я начал проигрывать, я принес еще кучу долларов. И сейчас мы будем играть в очень сложный левел, где нужно угадывать фильмы. О, блин. А фильмы ты очень плохо знаешь. Конечно, первый, как всегда, легко. Да, как это называется? Это «Звездные войны». Окей, проходим дальше. Мирон, что есть? Что ты радуешься? Это было очевидно. Что это такое? Блин, Frozen. Что значит Frozen? Я не знаю, что такое. Что такое Frozen? Переведи я это слово. Я знаю на английском. Блин, он сработал! Я хотел тебя переспорить. Называется «Ледяное сердце» вообще. Да, «Ледяное сердце». А ты написал Frozen. Ну ладно, сработало. Я ничего не могу сказать. Вот, это я знаю. Мона. Блин, ты тоже знаешь. Тут какие-то мультики. Тут было фильмы написано. Фильмы было написано, тут какие-то мультики. Шрек, мы недавно с тобой смотрели, да? Окей, Мэрон. Проходишь еще здорово. О, это Блин, это... Я не помню, что это. Это самый популярный. А, ледяной период. Ледяной, да. Да. Ледяной. Ice Age, окей. Да. Но ты в любом случае угадал название, так что получаешь еще $100. Есть! А как это мультик называется? Ну, по-моему, твой любимый был когда-то, да? А, это «Как приручить дракона». Самый любимый мультик. До сих пор? Да. Ребята, вы тоже обязательно пишите в комментариях ваш любимый мультик. Мне будет интересно почитать. Ну и мы равно тоже. Да. Окей, проходим дальше, быстрее. А это что? Ты точно проиграешь? Давай $100. Держи $100. Не получается. Блин, я не знаю. Так, не знаешь? Я тоже не знаю. А что это? Я не знаю, Мирон. Давай смайл пишем. Смайл? Да, смайл. Блин! Короче, ребята, мы потратили очень много времени и в итоге узнали, что мультик называется «Эмоджи». Смайл было очень-очень близко. Да, но ты не угадал. Я забираю у тебя $100, потому что смайл и эмоджи смысл одинаковый, но разные слова. О, зато я знаю, как называется этот мультик. Головоломка. Сработало. Ты проходишь дальше и получаешь $100. О, это очень классный мультик, только старый. Как называется? Кунг-фу панда. Смотрел все части? Нет, я просто знаю, как он называется. Ты не смотрел Кунг-фу панда? Не, не смотрел. О май гад, я не знаю, Мирон, все, ты не мой брат. Так, вводим и проходишь дальше. Еще. Что еще? Еще $100. Это хорошо, что заблюрено. Возможно, ты не догадаешься. Я знаю сразу. Но, ребята, вы наверняка тоже знаете. Пираты Карибского моря. Блин, ну как ты знаешь? Ну как? Я знаю. Эй, проходишь дальше. Да. А что это за легкотня началась, Мирон? Еще $100. Я не знаю этот фильм. Серьезно? Да. Ты прикалываешься? Ты прикалываешься? Что это за фильм? Ребята, напишите в комментах, кто не знает этот фильм. Наверное, ноль будет комментов у нас под видео. Я не знаю, блин. Говори любое, что угодно. Супергерой. Ладно, это неправильно. Я даже не буду пробовать. Мстители, Мирон, я забираю тебя $100. Yes, наконец-то денежки пошли. Я тоже не знаю. Да как ты можешь не знать? Это просто популярнейшие из Marvel фильмы. Не знаю.
ребята, я как только не вписывал этот фильм на английском языке, но не могу пройти дальше. Короче, пишешь неправильно. Поэтому я забираю $100, не угадал. И Мирон, ты попал на последний этаж. И сейчас я разрешаю тебе выбрать любую сторону. Куда хочешь пойти? Я хочу на Гарри Поттера. Гарри Поттера? Да. Выбрал самую легкую? Окей, что это за персонаж? Гарри Поттер. Точно? Да. Это Гарри Поттер? Да. Гарри Поттер. Правильно, Мирон. Ты получаешь $100. Это? Блин, я не знаю. Че, реально? Да. Минус $100, Мирон. Блин, а я проиграл. Окей, ну это Гермиона Грейнджер. Проходим дальше. О, это изи. Блин, я не знаю, кто это. Ну ты смотрел Гарри Поттера. Блин, ну да, но я забыл, как это вообще называется. Ты проигрываешь еще $100, и я советую тебе остановиться, потому что если ты не знаешь самых главных персонажей, то ты точно потом проиграешь. Это последний этаж, он самый сложный. Мирон. Блин, ну я останавливаюсь. Давай последний раз. Ну ладно, последний раз. Просто Рон сработало. Да. Это Мирон. А, это самый этот чувак. Волдеморт. Да, да. Ребята. Это Волдеморт? Да. Я не могу. Да все, короче, заканчивай. Все, я здесь вообще ничего сначала не знаю. $100 отдай. Но ты, в принципе, все равно в плюсе и заработал $1000. Это просто целая куча, ребята. Также обязательно посмотрите вот эти вот видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока.